смотрели, движение не вперед, в сторону. Вот то, что мы с вами тренировали руку, вот движение. Да, то есть вот у вас одна рука стоит, вот рука расслаблена, в эту сторону бьется. В эту сторону. Взрыв. Резкое движение. Расслаблена рука. Медленно. Вначале медленно тренируем, ногу вытянули вперед. Руку примерно под 45 градусов чуть расслаблена. И в эту руку движение в ту стенку бьем. Так, движение. И киба дальше снова. Стараемся пяточками сразу в стороны. Так, движение. Когда уже быстро, ну уже как получается, стараемся уже раз. Да, смотрим туда, но удар идет в эту сторону. Движение, намах. Но небольшой. Чем выше уровень, тем меньше замах. Все, тренируем.